Я бы действительно начинал с обретения собственной ценности и ощущения того, что вы можете быть полезны другим людям. Как только вы ощущаете, что у вас есть что-то, что вы можете дать другим, у вас появляется предмет обмена в хорошем смысле с другими людьми, и это увеличивает вашу социальность. Дальше это вопрос навыков реконструкции другого человека. Потому что если вы со своими ресурсами пойдете, не зная воду, полезете в броду, то вполне возможно, что ваши ресурсы никому к дьяволу не нужны. Вот. И на самом деле вы стучитесь в закрытую дверь, потому что вы с тем, чем вы обладаете, можете быть интересны для других людей, а не для тех, которые, с которым вы как бы пытаетесь объединиться. Поэтому обязательно надо научиться реконструкции, то, что мы называем. Это понимание того, как устроен другой человек, его мотивов, его интересов там, и так далее. Вот. Навык реконструкции — это интеллектуальный навык. Да? А вот социальный навык — это уже как бы топ-топ-топ.